Друзья, всем привет! Для владельцев Land Cruiser 200 появилось такое решение на 2008 года по 2014 года. У кого головное устройство со штатным дисплеем и управление климат-контролем? Здесь на рамочке сразу у нас стоит установленная аварийная кнопочка. Также сенсорные кнопки управления климат-контролем. Все это светится, все работает, это только в машине. На стенде мы не можем вам показать, как это все работает вживую. И так как ищем данную машину, первому клиенту мы сделаем скидку в 10%. Ну и давайте базовые технические характеристики автомагнитолы TI-CC3. Быстрый доступ к Яндекс.Навигатору. Смена картинки в картинке. К примеру, Яндекс.Навигатор, 3D-модель, TIS Vision. Камера заднего хода, она штатная, может быть. DVR — это регистратор TIS-овский. Также индикатор сотовой сети, сим-карты, список всех приложений, предустановленные приложения, включая YouTube. Bluetooth с поддержкой 5.1 с кодеками A5X. Видимо, сегодня сеть у нас шалит. Видеопроигрыватель штатный, демо-треки, экран у нас QLED 1280 на 720 точек. Штатный медиапроигрыватель. FM-радио на 18 радиоканалов с поддержкой RDS и 12 волн AM станции. TIS онлайн радио. Тоже все работает, это от интернета. Хотелось бы отметить. Теперь по техническим характеристикам. Система об устройстве работает. Это все на версии Android 10. Процессор Unisoc 512, 8 ядер, 4 АЗУ, 64 памяти. И по рамочке пробежимся. То, что она идет глянцевая, рояльный лак.